Добрый вечер.
улице. Более того, она для нас очень трепетна, потому что нам за нее поставили 5. Сегодня мы сдавали госэкзамен все дружно. И сам Градский нам поставил 5. Но чуть позже придет девушка, она вам все это расскажет. We'll be right back.
ценится девушка. И ноготь сегодняшней пятерки. Ну все, выходи. Марианна Савон. Еще вернется.
Лев Трофимов. Ну как у вас тут было? Все хорошо? Да? Ой, хочется медленного. И романтичного. У нас Антон Хабибулин отвечает за медленный и романтичный. Тем более мне красный шапка. Сережа эту песню написал. Жалко не я. Что еще хорошего? Лев освежился. Освежился Лев. Уже простает. А так вообще эта композиция называется... не высказан.
Ну, мы закончили с нашей личной частью. И сейчас мы будем играть для вас долго, громко, весело. Следующая композиция называется «Incoming Message». Это любимая композиция Александра Кулькова. Он говорит о том, что я сам виноват, у меня все названия одинаковые. Ну, мы начнем. Thank you.
Спасибо. Ну как вы? Нормально? Вы достойно поддержались, молодцы. Александр Гульков, барабан. Александр Гульков. Средняя бас-гитар. Антон Хабибулин. Лев Трофимов. Ну и теперь мы переходим к вокальной части нашего концерта. И сначала спою я. Сам
Александр Борисович Градский. В общем, у нас все хорошо, мы сдали на 5. И сейчас мы вам исполним нашу программу. Первая песня авторская, правда, не моего пера, но написана специально для меня, моей замечательной подругой Викторией Ю, вместе с ее подругой, моей подругой тоже, Маргаритой Алаевой. Песня называется «Мне все равно». Я надеюсь, вам она понравится. Песня из репертуара группы «Снарки Папи». Да. Песня, которую написала Шайна Стил и Дэйв Кук. И у нас позавчера произошло великое событие.
все. Коля позвонил мне в час ночи. В час ночи. Это вообще для Николая очень экстраординарный поступок. И кричал просто мне в трубку: «Марьяна, быстрее открывай YouTube, скорее, быстрее, я не знаю, открывай как только можешь». Shiny Steel прокомментировал наше видео. Вот. Я не знаю вообще, насколько это возможно, и я считаю, что круче этого просто ничего не может быть. Я не буду говорить, что там написано, чтобы вы тоже все открыли YouTube и посмотрели это видео. Как я и знала. Ну, в общем, вот, сейчас прозвучит песня, которую я очень-очень люблю. На самом деле, этот человек, именно он, сказал мне ее послушать первый раз, и это было любое с первого прослушивания. Сегодня мы ее исполняли в Институте современного искусства «Снарки Папи». Я считаю, что только уже за это можно поаплодировать Николаю Васильевичу Прожику. Ну, в общем. Oh,
слова. Отличница. Ну тут, друзья, с вашей помощью никак. Потому что мы еще не слились в едином экстазе. Я имею в виду творческом. И тут нужна в этой композиции ваша помощь. Вы сами сейчас все поймете. Самое последнее произведение, и все пойдем по домам. Огромное спасибо, что вы сегодня были здесь с нами. Нам очень приятно. Александр Куликов, барабанов.
Александр Дурков. Сергей Киев, бас-гитара. Сергей Киев. Антон Хабибулин. Я Трофимов. Антон Хабибулин. Меня зовут Николай Моисеенко. И сейчас мы для вас сыграем композицию, которая до сих пор нет названия.
дворе сейчас будет классный джем. Я верю, что большая часть из вас пришла на него, так что желаю вам приятного вечера. А те, кто случайно здесь сегодня оказался, Меня зовут Николай Моисеенко. Коля Лукьянов.